друзья, сегодня ЖК «Голубые дали». К сожалению, на 10 этаж или какой он там у нас был, не помню, не можем попасть. Сейчас заказчики наши уехали, вот, там уже все сделано, вот, но этажом ниже получается, не буду говорить какой этаж, не буду говорить какая квартира. Так, ну вот, квартира, хорошо, номер не видно. Вот, вот такую дверку мы купили, поменяли, новая дверка. Стоит она сколько, серый? 21 800. Это со скидкой уже с нашей? Потому что... Не помню. Но без скидок мы не покупаем. Вот. Так что, друзья, да. Смысл в чем? В любом случае, на все товары, которые... А то я слышал недавно, что кто-то там акцию устраивает. Мы по-другому и не работали. Все материалы чистовые, которые вы будете покупать с нашей помощью, все будут идти со скидкой. И некоторые с очень хорошей скидкой. Так, ну, давай сразу... Я не помню, мы вообще снимали здесь? Не снимали? Вот, оператор подсказывает, что мы здесь ничего вообще не снимали. А вот уже, давай для начала, ремонт у нас начался где-то в первых числах августа, да? Вот, в первых августа. Черновой мы сделали где-то за 6 недель. Это получается, потом было высыхание. И вот сейчас получается, грубо говоря, если месяц выкинуть, примерно второй месяц ремонта, вот, заканчивается второй месяц, вот, чтобы вы понимали приблизительно, и все равно как-то еще это, да, сыровато. Ну, такой цвет. Да нет, мне кажется, ну, есть сырость, да, ну вот, еще сыровато, поэтому, слушай, давай это, чуть-чуть хотя бы вентилятор принесем, печку. Вот, ну ладно, это мы в любом случае подсушим. Лишняя влага, что так-то все хорошо, да, но все равно чувствуется влажность. Вот, сразу скажу, сейчас, смотри, Сергей, очень надо уделить внимание вот это расположение этой плитки. Именно вот этой вот между, это, почему делается разметка вот такого плана. Смотри, у нас идет одна осевая, получается, идет вот так. Видишь, центр разбивается, вот, и выкладывается специально, это делается, конечно, ну, блин, походу у меня теперь, если я раньше говорил, что я только один так, ну, рассказываю, как это, то, блин, только я и зам владеет такой информацией, вот, так что смотрите, получается, вот эта прямая линия должна оставаться прямой линией. То есть вот эта плитка, она делается так, чтобы разбивала проем по центру, по осевой. То есть, я думаю, вы в комментариях сами напишите, вот, хотели бы вы вот так или как получится. Вот, поэтому здесь это Серега уже затирку делает. Я заканчиваю. Уже заканчивает, да. Так, ну, давай у нас здесь... Есть один маленький нюансик. У нас декор. Так. А что это? А, это, наверное, это ванна. Так, ладно. У нас декор меньше на 3 мм, чем основная плитка. Дизайн разрабатывали, ну, непосредственно мы с дизайнером обязательно. Сейчас уже ванна стоит, все, уже вот такую ванну купили тоже с хорошей скидкой, как обещали, порядка до 12 тысяч. Вот, что еще? Ну, здесь потайной лючок, все как обычно, то есть там у нас можно залезть, посмотреть, где наши датчики вот стоят. Блин, слушай, а затирка хорошо подобралась, серый. Ну, чуть-чуть светло-коричневый сделал, и все такое. Ты, короче, миксанул ее, да? У меня была светло-коричневая, я ее писал. Слушай, ну отлично, а я боялся, что мы это... Слушай, ну такая нежная ванна получилась. Блин, круто, круто, очень-очень круто. Так, все как обычно, напольные конвекторы, вот они, вот, их здесь два штучки, потому что окна потеют, вот, и чтобы этого не было, вот, мы делаем обязательно напольные конвекторы. Здесь
У нас будет располагаться радиатор отопления. Ну, и зачем его? Сейчас обои клеить опять будем вешать. Так, здесь у нас зона кухни. Вот, еще один потайной лючок будет с видом на соседнюю квартиру. Приколи. Здесь тоже так было? Ну, было. Прикольно. С видом на соседнюю. Это. Так, что еще? В принципе, здесь у нас получается уже все, унитаз купили, вот он стоит, красавчик. Ах. Цезарь. Цезарь? Сразу Цезарь? Это Цезарь. Ну, шикарный. Цезарь лучший из унитазов. Так, здесь у нас, в принципе, тоже все понятно. Здесь расположение, как обычно, над холодильником Wi-Fi. Здесь будет роутер, мы его поставим, и в принципе мы его даже не будем ничего с ними, это он на своем месте, потому что все говорят, а что не в проходе. Вот посмотри, допустим, посмотрите отсюда, сколько места до прохода, а это монолит. Получается вот здесь, до, грубо говоря, до потребителя, получается опять же у нас... Можно его, здесь будет шкаф большой стоять, можно его в шкаф спрятать было, но опять же, зачем он в шкафу нужен? На холодильнике вы ничего не поставите, потому что холодильник — это холодильник, на него раз, все, навесили, поставили, и он раздает, и будет все хорошо. Здесь, скорее всего, будет диван, но это уже наша заказчица, она уже сама определит, то есть, насколько я понял, они сейчас уже мебель... Уже купили, да, потому что вот мы сейчас ведем переговоры. Вот. Так, давайте немножко по стоимости материалов. Так, у нас вот эта плитка где-то обошлась 1200. В принципе, очень хорошая плитка, очень. Вот. Как по поводу ровности, Серый? Отлично. Вот это вот половая. Ну там 2 миллиметра иной раз расходится, но иной раз вообще ее не видно. Ну вот, для сравнения, такая же плитка, например, Нитру, как там, вот, она стоит уже, мы делали на Посейдоне, то есть тоже хорошая плиточка, вот, фактурная, она, ну, есть в ней очень хорошая, то есть она стоила 2200 или 2300, то есть на 1000 рублей дороже. Очень крутая. Сюда дверь уже выбрали, все, то есть в конце следующей недели она уже приедет. Обои уже выбрали, уже купили, вон они уже стоят. Кстати, серенький, они должны лежать, а не стоять. Это очень важный момент. Я понял, с места на место, а потом стыки. Вот. Почему мы делаем так, чтобы стыки вы не могли найти? Поэтому вот, если да, если что, вот не ставьте свои обои. Просто да, кладите их. Ну, они в пленке, ничего с ними не будет. Вот. А если будете ставить, забивается шов, и потом его очень тяжело подругивать. Это да, не то, что лайфхак, это правило, вот, которое нужно пользоваться. Ну, в принципе, все. Там у нас отсюда видно коллектор теплого пола. Вон он. Красивого теплого пола, коллектор распределительный на отопление, вот, то есть у нас радиатор включается там, выключается там, напольные конвекторы точно так же, все делается там. Так что квартира — это 29 квадратных метров, стоимость ремонта комфорт-класса 10 тысяч рублей квадрат, это стоимость работы. В общем, если есть вопросы, задавайте. В ближайшее время, если получится, снимем здесь уже готовую квартиру. Ну, всем на обозрение. Так что, не знаю, что добавить еще. Говорите в комментариях, плохая плитка, хорошая плитка. Планировка, может быть, что-то вам нравится, что-то. Потому что здесь, в принципе, Наталья сказала, что полностью доверяет. Эту квартиру... Дима Юдаков приобретал, так что с его помощью вы можете купить здесь квартиру. Вот. Так что, в принципе, сфера услуг, сами уже знаете какая, планировка, ну, в принципе, на мой взгляд, очень удачная получилась. Не знаю, как-нибудь поедем с Дмитрием, он поснимает и расскажет. Так что,
В общем, смотрите нас, комментируйте, не забывайте. Всего доброго, пока-пока.